глаза показаться стыдно. Помоги старику подобрать искусственные перья, а я тебе карту отдам. Ой, не могу! Это ты что, в парике теперь ходить будешь? Не в парике, а с несколькими вставными перьями. Это большая разница. И потом, это же ненадолго. Всего-то лет 100, пока новые перья в хвосте не отрастут. Большая разница и совсем недолго. Понимаю. Хорошо, я согласна. Давай сюда свои перья. Так, и что ж тут делать? Вот, теперь я чувствую себя нормальной птицей. Спасибо большое. Вот твоя карта. Счастливого пути. Ага, и тебе спасибо. Пора мне уже за метлой, метелкой, метелочкой. Постарайся, пожалуйста, не попасть в очередной переплет, пока я не вернусь. Да ты сама осторожнее будь. Особенно, когда встретишься с хитрецами-гномами. Они кого угодно в два счета обманут. Подумаешь, какие грозные! Еще посмотрим, кто кого. Посмотрим, в какую сторону идти. Так, направо или налево? Ну что? Право, лево. Ну, давайте так. Рыба, 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 кит, рыба, правду. Говори. Направо. Ой, как больно жжется! Это же крапива! Разрослась так сильно, что загородила тропинку. Как же тут пройти? Придется сделать крюк и заглянуть на полянку эльфов. Может, они знают заклинание от крапивы или еще какое-то средство. Посмотрю на карте, как быстрее пройти к эльфам. Привет, цветочные эльфы! Давно не виделись. Я вот уже большая стала, отправляясь на загадочный остров за своей волшебной метлой. А у вас как дела? Только говорите по очереди, а то когда вы...